Компания Jeep представила на нью-йоркском автосалоне две новых версии внедорожника Grand Cherokee – люксовый и для тяжелого бездорожья. Люксовая версия Grand Cherokee с собственным именем Summit 2017 модельного года получила во внешнем дизайне легкий рестайлинг в виде новой радиаторной решетки, нового переднего бампера с хромированными накладками, встроенными противотуманками и более низкой посадкой. Кроме того, специально для версии Summit были изготовлены эксклюзивные легкосплавные диски. В отделке салона Grand Cherokee Summit были использованы самые дорогие и качественные материалы, новейшие электронные системы, включая систему активного шумоподавления, LED-подсветки и огромная панорамная крыша с электронным затемнением. К сожалению, американцы не сообщают пока о гамме прилагаемых моторов, но, скорее всего, Summit будет оснащаться бензиновым мотором объемом 5,7 литра мощностью 360 лошадиных сил. Вторая версия Grand Cherokee получила имя Trailhawk. Чтобы продемонстрировать зрителям ездовые характеристики Trailhawk, устроители шоу прогнали машину по многочисленным лестницам, специально построенным на подиум. Причем машиной управлял не суровый ковбой или тест-пилот, а обычная хрупкая девушка. Внешняя версия Trailhawk отличается от обычной более агрессивным внешним дизайном, специальными красными буксировочными крюками спереди и сзади и колесными дисками диаметром 18 дюймов, обутыми в специальную резину Goodyear Adventure с кевларовым усилителем. Для преодоления тяжелого бездорожья инженеры джипа усилили подвеску и увеличили клиренс. Кроме того, перенастроили работу системы полного привода и системы пневмоподвески. Но самое главное, они установили на машине бензиновый мотор с нагнетателем объемом 6,2 литра мощностью 707 лошадиных сил. Обе версии Grand Cherokee поступят в продажу во второй половине текущего года как модели 2017 года.